В самом живописном месте Тульской области, в восточной части Ефремовского района, в селе Туртень, на левом берегу речки Дубрава находится храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Расположен храм в 16 километрах от города Ефремова. За церковью находится святой источник с купальней, которому покровительствует Казанская Божья Матерь. К святому источнику едут паломники не только из Тульской, но и из Орловской, Рязанской, Липецкой областей. Престольный праздник Казанской Божьей Матери, праздник Крещения Господня, привлекают в Туртеньский храм многих горожан. Немало людей после службы решают искупаться в святом источнике. Многие запасают оттуда воду. Стало доброй традицией проводить на источнике свадебный обряд молодых пар – омовение водой. В 2013 году наш район принял участие в областном конкурсе «День отдаленной деревни», который прошел в селе Туртень. Здесь состоялся большой праздник, объединивший в себе народные традиции и обряды, рассказы о трех спасах – медовом, яблочном и ореховом. Угощение медом, блинами, яблоками и пирогами. На праздник собрались жители села. Приехали гости из ближайших населенных пунктов, а также из Ефремова и Тулы. Областной дом народного творчества и кино отметил работу нашего района и наградил грамотой за сохранение и популяризацию традиционной народной культуры.